Справа от меня стоит боец клуба «Ратиборец» Мадинов Денис. Денис, привет. Я не знаю, поздравляю тебя или нет, это ничья, но это, ну, точно неплохое решение. Расскажи, чего тебе не хватило, чтобы победить? Неплохое решение, да. Но я хотел бы все-таки одержать победу, шел к этому. Не хватило серийности, бил одиночно. Надо работать над комбинациями, сериями. Денис, мы только что разговаривали с твоим соперником, и он сказал, что будет просить у организаторов реванш. Хочешь ли ты реванш? И он вообще сказал, что типа сейчас 5 минут отдышишься, уже можешь выходить на второй бой с тобой. В принципе, я тоже не устал. Готов был еще к 2 раундам, как к 5 раундам, да? Но если организация даст добро, я согласен провести еще реванш. Тебя выводил, тебя звездные бойцы, Венер Галиев выводили, выводил Олег Оленичев. Расскажи, ты с ними вместе тренируешься или они просто твои тренера и тебя выводили? Да, Венер Галиев — это мой тренер уже много лет, как он переехал в Екатеринбург. Олег Оленичев также занимается в нашей команде, очень перспективный боец, выступает в М1. Мне очень приятно с ними тренироваться, есть чему поучиться. А еще ты будешь просить у организаторов реванша? Я нет, не буду просить. Как посчитают нужным сами организаторы, так и будем дальше действовать. Ну что ж, ждем следующего боя твоего. Не знаю, с кем он будет, но мне бы интересно было увидеть реванш. Еще раз. Всем спасибо за поддержку. Ревда, я слышал вас. Ребята, подписывайтесь, если мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо. Ставь лайк и подписывайся на канал, у нас много всего интересного. Ну а если вы хотите поддержать проект Вестник ММА, а нам сейчас как раз требуется новый микрофон, то милости просим. Реквизиты карты, на которую вы можете скинуть донат, смотрите в описании к этому видео.